Майор Горгацев несет службу в ОМОН уже 15 лет. Сегодня он вместе со всеми отмечает свой профессиональный праздник – юбилей со дня образования ОМОНа в Махачкале. В этот день он с улыбкой вспоминает трудности, через которые прошел за годы службы. Ну, разное бывает. Бывает у нас и выезды в командировки, длительные командировки бывают. Бывают периоды сложные, которые надо принимать какие-то определенные решения. Бывают иногда и приятные, как сегодня, моменты по работе. Бывает и то, и другое. С 91 года состав подразделения «Горец» принимает участие в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан. За это время наши ОМОНовцы участвовали почти в 400 контртеррористических операциях и получили 253 награды за мужество и героизм, среди которых есть и орден Героя России. Конечно, все это нам, все эти победы доставались ценой жизни наших ребят и офицеров. Вот. И я надеюсь, что более таких боевых потерь больше не должно быть в этом славном подразделении. Поздравить подразделение пришли не только коллеги военные. Присутствующие почтили память павших солдат и возложили цветы к мемориалу. Отличившихся офицеров наградили памятными подарками и грамотами. Я, конечно, всем им желаю счастья, благополучия. Вот, количество их выездов равнялось качеству и пребыванием 100% личного состава. Тебя как зовут? Абдул. Абдул, тебе нравится оружие? Да. Когда вырастешь, кем станешь? ОМОНом. ОМОНом? Почему ты хочешь стать ОМОНовцем? Потому что здесь круто. Круто, а еще? Что ОМОН делает? ОМОН... Только стреляет, да? Нет, защищает, да? Все правильно, молодец. Майор Горгацев сегодня был награжден руководством за содействие МВД и Росгвардии. В работе им движет патриотизм и любовь к родине. Такие же качества он старается прививать и детям. Мои дети вот сегодня находятся тоже здесь, они все смотрят, они говорят, вот теперь мы знаем, где туда устроиться на работе. Вот их не слова. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.